Поздравления от актеров КВН. Саша, Александр, тебя тоже поздравляю, ты тоже учитель от Бога, ты как воспитатель. Ну, здоровья крепкого. Александра Мазаева я поздравляю с этим замечательным праздником, ну и практически как коллега передаю вам привет и желаю всего наилучшего, чтобы этот учебный год был успешным, чтобы ваши ученики, ребята, радовали. И Александру Мазаеву в частности я желаю одного – терпения. У меня у самого два ребенка, и я знаю, каково это – справляться с двумя. А уж когда у тебя много детей, да еще и не твои, ух, я не представляю, какие нужно иметь железные нервы, чтобы учить их чему-то. Да ладно учить, терпеть! Я желаю вам неравнодушия к этому миру. Будьте пытливыми, будьте оперативными и стремительными. Потому что сейчас время тех, кто очень быстро соображает, принимает решения и совершает поступки. Александру Мазаеву желаю удачи в творческом пути. Молодец, что занимаешься еще и педагогикой, воспитываешь будущее. Это тоже похвально, классно и круто. Александру Мазаеву, конечно же, удачи во всем. Больше каких-то крутых идей, больше новых каких-то классных эмоций, приключений. В общем, больше всякого прикольного в твоей жизни. Наверное, главное, делайте то, что вам нравится. Пока вам нравится то, что вы делаете, пока вы кайфуете, пока вы горите этим, значит, вы на правильном пути, значит, у вас все получается. Чтобы ученики оправдывали ожидания. Вот это самое главное. Ну, конечно же, здоровье, чтобы не было никакого дистанционного образования, была возможность лично поговорить с человеком. Хочу пожелать, так как я человек творческий, я знаю, как трудно все время искать музу. Я желаю вам все время ставить перед собой невыполнимые задачи. Потому что только таким образом можно двигаться вперед, а движение должно быть всегда. Поэтому дерзайте новые форматы, новые кадры, новые сценарии, новые высоты. Это самое важное. Движение есть.